Мне нравится Бегин. Что ты имеешь в виду, что тебе нравится Бегин? Мне нравятся правые, мне нравится партия Тхия. Что значит тебе нравится Тхия? Если религиозный еврей выбирает партию не из лагеря Торы, то такой еврей не понимает, что делает. Если партия не следует Торе, ей нечего нам сказать. Никогда. Даже если эта партия говорит то же самое, что и мы. Но если это не основано на Торе и еврейском законе, у нее нет шансов. Всемогущий не левый, но также и не правый. Не отклоняйся ни вправо, ни влево. Вы следуете Торе, еврейскому закону. А если сатмарский Ребе прав, вы следуете за ним. У него гораздо больше прав обращаться к вам, чем у Ганди.